выправка, форма, командный голос. Юные инспекторы дорожного движения – пример для подражания. Диана Гусева вступила в отряд ЮИТ вслед за старшей сестрой. Мне нравятся полицейские, их форма, как они выглядят, что они вообще делают, чем они занимаются. Мне это все привлекло, я решила вступить в отряд ЮИТ. Сегодня Диана уже сама рассказывает подрастающему поколению о правилах дорожного движения со сцены родной школы в Немчиновке. В честь дня образования ЮИТ юные инспекторы подготовили для учащихся младших классов всех школ округа концертные программы. В игровой форме, в сценках, песнях и викторинах малыши лучше всего запоминают жизненно необходимые правила безопасности. ЮИТовцы – это дети. Они и журналисты, они и пианисты, и сценаристы, и художники, и медицинские работники. То есть дети развиваются всесторонне. И самое главное, что они с малых лет, уже изучают правила дорожного движения. У нас же есть правила, да, правила по русскому языку, правила по математике. Но это правила дорожного движения, это правила жизни. И поэтому эти дети нам, конечно, очень помогают. Уже 48 лет отряда ЮИТ активно помогают госавтоинспекторам. Агитируют, просвещают, вовлекают. Результаты такой работы налицо. Как правильно вести себя на дороге, первоклашки знают отлично. Пусть запомнят твердо дети, верно поступает тот, кто лишь при зеленом свете через улицу идет. Такие навыки заслуживают наивысшей похвалы. Если дети с раннего возраста будут знать правила и привыкнуть не нарушать их, неприятностей на дороге не будет. Хочу еще обратиться к руководителям отрядов ЮИТ. Я от лица с Одинцовской госавтоинспекции хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам всего самого хорошего, конечно, здоровья и творческих успехов. Спасибо вам. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».